Палкинч, ну, комментарий по игре. Скорее потеряли, наверное, 2 очка, нежели приобрели 1. Ну, судя по тому, как развивались события, да, момент в первом тайме, выход 1-1, Турика не реализован, и незабитый пенальти, конечно. Все. Так, в принципе, боевая хорошая игра с взаимными шансами. Ну, где-то мы бы были ближе к победе. Владимир, сложилось ощущение, что все-таки опять самоотдачи не хватило команде, может быть, и первый вот втягивается долго в игру. Я по поводу самоотдачи я не согласен. Особенно второй тайм команда играла с огромным желанием, чтобы сравнять счет и перевернуть картину в свою сторону в игровом плане и добиться положительного результата. Что касаемо второй части вопроса, по началу игры есть вопросы. В первые 10 минут в центральной зоне 2 центральных защитника, неразбериха. С левой стороны Василенко не очень убедительно, хотя мы знали, что правый защитник у них подключается, они открывают зону, и вся угроза, собственно, шла с той стороны, с правой атаки команды соперника. Здесь вопросы есть, и я согласен, что первые 10 минут начали, скажем так, не очень убедительно. К партнеру Михаила Бирюкова по атаке, к Заболотному, у вас нет нареканий? По-моему, это явный минус один был. Человек на поле, такое ощущение. Ну, я не согласен, опять же. У него было определенное задание при стандартных положениях и у наших, и у чужих ворот. С учетом того, что он пропустил достаточно много времени после травмы, пытался сохранить мяч, пытался обострить ситуацию в подыгрыше. Очень много верховой борьбы выиграл. Поэтому для его состояния, с учетом травмы и длительной игровой практики, я считаю, он сыграл нормально. А Сушкина почему не поставили? Сушкин не очень убедительно сыграл предыдущую игру, поэтому было принято решение. С учетом того, что сильное качество у команды «Локомотив» стандарт, здесь Антон должен был отрабатывать и при обороне, и при атакующих действиях, создавать определенную напряженность в штрафной команде соперника и здесь играть по мячу, что он и делал. Павел Ильич, можно говорить о том, что второй матч с Лисками, с учетом Кубка, то есть, ну, это вот действительно команда по рангу занимает свое место, и, в общем-то, для Факела это как бы вот наименее удобный соперник пока был из тех, с кем мы встречались. Я не разделяю на категорию удобный, неудобный. Тяжело. То, что и кубковая игра, и эта игра, ну, команда выходит супер мотивированная, да, две команды с одного региона, дерби, это вполне естественно, и они играли с полной самоотдачей, все. Хотя концовку мы их переигрывали, имели преимущество, все. Это естественно, что такая ситуация, настрой на команду лидер, во-первых, команда лидер, во-вторых, дерби, поэтому естественно все. Ну, комментарии по матчу, всем довольны? Что не получилось? Да не получилось одно. Обыграть лидера, команду, которая ставит задачу, с хорошим подбором футболистов, с неплохой игрой. Знали прекрасно, что команда не проигрывает на протяжении этих туров. И в кубке дальше не выступает. Поэтому не получилось победить, хотя предпосылки были. Организованно сыграли. План, в принципе, выполнен, за исключением там, отдельных фрагментов, которые, может сказать, чуть-чуть повлияли на исход. Фланги работали активно. Ребята старанием, самоотдачей в плане перестроения неплохо все это делали. Поэтому, наверное, не позволили сопернику у наших ворот там создать. Давление приличное оказывалось. Борьба на втором этаже, подбор. Считаю, что, результат мог склониться в чашу весов, до мяча вот игра была, когда счет уже 1-1. Здесь фактор везения, конечно, играет. Но, к сожалению, мы немножко не освежили игру во втором тайме. У нас Латынин по травме выбыл. Не в оптимальном состоянии находится парень, поэтому нам сложно переднюю линию где-то освежить за счет, это получается за счет резерва. Игроков чуть-чуть нам этого плана не хватает.
Значит, если сравнить кубковый матч с Факином. Не хочу сравнивать, понимаете. Ну, в разное время проходит все. Кубковая игра. Тут надо отталкиваться от той игры, которая вот сейчас она есть. Сравнивать, ну как сравнивать? Тут, ну, в Чертаново у нас блеклая игра была. Здесь мы выглядели неплохо. Ну что, кубка уже давно прошла, что сравнивать. Там от зависти даже от стартового состава. Кто-то играл, кто-то не играл. Все, нюансов много. Чернышова заменили, он устал или то, что это он чересчур на себя? Ну, он устал и попросил замену уже. На концовку ему не хватило. А нам хотелось бы, чтобы больше он игру брал между линией, мяч получал и играл вперед. Ну, до той поры, пока он уже не попросил замену, мы потом выпустили позвонок. Вышел активный, молодец.